В Ульяновске дан старт первенству Приволжского федерального округа по кикбоксингу. В город приехали сильнейшие спортсмены из 14 регионов. Соревнования проходят в двух разделах – фулл-контакт и К1. Это самые жесткие и зрелищные разделы. Здесь зрители смогут увидеть нокдауны и нокауты. Все 14 регионов присутствуют, то есть из ПФО, да, полный комплект у нас. 508 человек участников. Вот. Команда Ульяновской области, понятно, потому что на территории Ульяновской области проводится всех больше. И мы надеемся занять первое командное место. Среди участников спортсмены всех возрастов. Это сильные и подготовленные бойцы, многие из которых имеют опыт выступления на подобных соревнованиях. Некоторые уже не раз становились победителями первенства ПФО и чемпионата России. Все готовы побеждать. Подготовку мы прошли хорошую, как бы с тренером. К нам приезжала Башкирия, ну, Республика Башкортостан. Мы с ними провели тренировочный лагерь, отпахали 2 недели и готовы к соревнованиям. Ульяновскую область представляют порядка 150 спортсменов. Соревнования продлятся до 18 марта. Победители и призеры соревнований отправятся на первенство страны за новыми достижениями. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, УПРАВДА ТВ.